Roger. Roger, are you alive? That's great. Come on, get up now. The emission will be starting soon. We need to get out of here quick if we want to survive. Fortunately, I have an escape plan, but you have to grab the artifact. Otherwise, it will be a waste of time. You're not much good to us when injured. Can you see a first aid kit anywhere? If so, use it. Right, back to work. Check if there's anyone on the roof. I see the enemy! Damn fanatics. Kill them. Should be as easy as fight from your position. Great work. Now move to the northern part of the station. Also, find yourself a new weapon. The corpse of one of our men should be on this floor. I suggest searching it.
Now! Where have you got to? Move it! Больше людей безвозвратно уходят в зону отчуждения. Очередной пациент со смертельным диагнозом был вылечен при помощи так называемого артефакта. Раньше на Земле существовало множество белых пятен, и человечество всегда тяготело к их исследованию. Время шло, постепенно все белые пятна были изучены. Казалось, что на планете не осталось земель, неизведанных человеком. Но вместо белых пятен появилось одно черное пятно. Таинственное, дикое, не поддающееся объяснению ученых — зона. Изначально зоной называли периметр, радиус которого составлял 30 километров вокруг Чернобыльской АЭС. Именно эту территорию задел так называемый «первый выброс» — огромный всплеск неизвестной энергии, который изменил саму реальность. Первыми людьми, ступившими на земли зоны, стали отнюдь не ученые или военные. Первыми были обычные бродяги, искатели приключений. Они с уважением относились к зоне, не используя в ней оружие и аккуратно исследуя каждый ее закуток. Когда первопроходцы вернулись, они принесли с собой первые артефакты. Это аномальные образования со сверхъестественными свойствами. При помощи артефактов можно было лечить любые болезни, создавать мощнейшие источники энергии и нарушать физические законы. После этого интерес к зоне невероятно возрос. Ее хлынули люди всех сортов и моральных качеств. Одни именовали себя сталкерами и пытались жить по заветам первопроходцев. Другие назвались бандитами и восприняли зону как место вседозволенности. За артефакты разгорелась настоящая война.
Это стало причиной того, что зона изменилась навсегда. Именно тогда там появились аномалии и мутанты. И именно тогда зона начала давать людям отпор. Со временем мутанты и аномалии становились опаснее. Свойства артефактов начали слабеть, конкуренции стало больше, и поток людей, пытающихся прорваться сквозь охранные периметры в зону, ослаб. Однако совсем недавно случайным людям, не имеющим отношения к зоне, начал сниться один сон. Во сне менялись некоторые обстоятельства, но неизменным оставался большой яркий голубой шар, который видел каждый из них. После этого сна все люди, которым он снился, устремились в зону. Это явление получило название «Зов», а всех, кто следует этому зову, прозвали «Блаженными».